Остановился на том, что я проходил у него испытания, и видя, сколько мне потребовалось времени, чтобы пройти. И вот сейчас нам надо пройти самое трудное испытание. Давайте посмотрим, что за испытание. Ничего не понимаю. Как это могу быть я сам? Да, это именно вы. Как это испытание может касаться меня самого? Молодой человек, что труднее всего в жизни преодолеть? Ну? Самого себя. Многие люди могут победить всех врагов, но не самих себя. И очень часто единственная разница между победой и поражением состоит в том, смог ли человек преодолеть собственные слабости и победить себя. Да. Глубоко внутри каждого человека прячется жадность и вожделение. И причина возвышения всех великих людей состоит в том, что они умели управлять своей жадностью и преодолевать свое вожделение. О! Обычные люди чаще всего проигрывают из-за того, что уступают своим слабостям, не могут бороться с жадностью и вожделением и теряют контроль над собой. Хотя человек, который научился бороться со своими слабостями, не обязательно станет великим. Лишь тот, кто совладает с собой, может найти дорогу к величию. Понятно. И на этот раз твоим врагом будут темные стороны твоей души, такие как ненависть, похоть, жажда власти, богатства и общественного положения. В таком случае не беспокойтесь, я готов выдержать битву с самим собой. Плохо дело. Вот я не очень люблю, когда... Вот Фусу, вот который вот тень, он намного сильнее, чем обычно Фусу. Блин. Это плохо. Он моих всех перебил спокойно, блин. Ну и сам он не особо-то и сильный по ХП. Зато все скиллы может использовать. Так. Черт, еще одно препятствие, которое будет меня мучить. Так, ладно, сохраняемся. Конечно, надо его, как и обычно, всех остальных мобов, которые я убивал, надо принести с самого начала. Блин, Фусо. Да пошел первый, а. Блин, заставляет человека испугаться. Это, конечно, плохо. Сейчас это, конечно, делает физудары. Оу. Круговое убийство. Блин. Вот о чем я и боялся. Это будет больно. Даже слишком больно. Так, иди-ка сюда. Все, иди сюда. Буду тебя здесь убивать. Все. Теперь можно убить его. Так. Конечно, хорошо, если он на дамагер будет постоянно агриться, но, блин, он агрится еще и на ведьм всяких. Блин, давай. Заходи. Зараза. Да, не очень хороший скилл. Заставляющий убегать. Не туда, куда хотелось бы. Ну ладно, все равно расправимся. Да блин, да куда ты бежишь? Так, все, на Кунгау, давай, на Кунгау. Блин, Фусу зажали. Зажали Фусу. Черт, Фусу же зажали, обалдеть. До чего дожили. Так, Кунган, Яотун, Ляуи. Все, отхилялись.
Блин, маны так и не хватает ей. Да, надо делать что-то восстановление маны ей. Так, сохраняемся. Так, блин, опять на ведьму. Сволоча. Ладно, все равно спинаем. Никуда он не денется. Так, уходим. Восстанавливаем. Достаточно, чтобы еще немножко с ним побиться. Блин, сразу заставил Фусу бежать. Зараза, Фусу, иди сюда. Черт. Как он достал, а? Ух, Кунга. Осторожнее, осторожнее. Так, давай, давай, давай. Надо немного хотя бы Гунгау отхилять-то. Так, ладно, надеюсь, это последний заход к нему. Все-таки надоел уже бегать. Может, не последний. Может, предпоследний. Может, вообще сейчас придет загружаться. Потому что достал моих магов убивать. Все. Давай, умирай. Блин. Фу, блин, помер. Зараз. Куда ты? Стоять. Стоять, Инфусу. Я пришел тебя убивать. Так. Блин, Фусу, иди назад. Есть! Наконец-то! Да, опыт, конечно, мало получал. Ты прошел все испытания, значит, ты можешь пойти. Все, ты свободен. Спасибо, блин. Наконец-то. Так, что теперь? Жабы. Я ненавижу жаб. Блин. Вообще-то тигр-рыба, но они уж очень сильно на жаб напоминают. Особенно голосом их. Так, ладно. У нас теперь здесь ничего не остановит. Убиваем всех. Чистим путь. Следующий. Черт, увеличился. Ничего страшного, если нет магии. Нам пофиг. Мы все равно всех убьем. А может, не всех. Они как-то их емочь-то мощно. Так, что-то у нас упало. Так, мясо. Смотрим. Так, о, блядь, тут еще трое. Не, четверо даже. Ау. Стрелы что ли опять закончились? Блин. Чё ж не предупреждает то, что стрелы закончились? Я тут, блин, мучаюсь, а у них стрелы лопнулись. Офигите. Так, ладно. Так, Фусу скоро будет. Скоро будет праздновать еще один левел. Так, сохраняемся. Черт, где чертов выход в сад?
Я же, да, я уже заколебался здесь проходить. Все трое. Ага. И на заклинатель, как обычно, все повесились. Ну, нате вам заклинателя. Не, красный пока не настолько опасный. Все, фусо есть.